Буквально несколько минут назад поступила трагическая новость о том, что народный артист России скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Комиссаржевской, в котором работал актер. За свою творческую карьеру артист исполнил более 50 ролей. Особую известность он получил благодаря съемкам в таких кинолентах, как «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Мужчины не плачут», а также в фильмах Александра Сокурова «Русский ковчег» и Владимира Бортко «Собачье сердце». В пресс-службе театра сообщили: «С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля 2022 года скончался народный артист России, добрый, удивительный человек, один из выдающихся актеров Ленинграда-Петербурга. Об артисте писали, как о блестящем исполнителе героев своего времени. Его очень любили в театре за великолепный юмор, мощный талант, добродушие, спокойствие и теплоту. Последний его спектакль — лирическая трагикомедия «С тобой и без тебя», где он сыграл сильного и нежного Сэма. О последних днях жизни артиста рассказала его друг и коллега Нелли Попова. Борю давно преследовала болезнь, проблемы с ногами, что-то с сосудами. В театре сказали, что плюс к своей основной болезни он подхватил ковид, несмотря на то, что он вакцинировался. «Это скорее всего омикрон», — продолжает Нелли Попова. «У него практически отнялись руки и ноги, поэтому рядом с ним были сиделки, также был уход со стороны персонала». На 78-м году жизни скончался народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Борис Соколов. «Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким артиста, память о нем навсегда останется в наших сердцах.